Смотрите, что произошло в одном из магазинов. Девушка мастерски вешала лапшу своему кавалеру. Она написала мне, бро. Написала мне лично. Что он чешет вообще? Она не могла написать. Ты же общался с ней. Да, но она дала же мне номер. Он сейчас мне вешает лапшу, что каким-то образом она взяла и написала ему. А ты такой невинный, бро. Братан, сначала она мне написала. Я никогда не писал первым. Он нашел мой номер. Ты мне его дала. Скажи правду. Говорю, ты нашел мой номер. Бро, не верь ей. На, возьми мой телефон. Посмотри, кто писал. Вот мой телефон, братик. Мне нафиг не нужен твой телефон. Ты бросил мою мобилу? Нет, это уже ни в какие... Ты вообще не прав, бро. Она всегда писала мне первое. Врёшь. Всегда пишет мне. Она и сегодня ночью мне писала. Следи за своей девчонкой, бро. Ты что несёшь? Не обманывай, ты нашёл номер и написал мне. Она же не против. Она же пишет. Пожалуйста, выйдите. Я не писал ей. Это она писала мне. Уходите. Я не могу. Меня бесит неправда. Это несправедливость. Она лично писала мне на мой номер. Следи за девчонкой, братиш. Следи за ней. Друзья, кому вы тут верите? И вообще, что думаете по этому поводу? Кто виноват в данном случае из них троих, что так все произошло? Ваше мнение очень интересно. И обязательно подпишитесь, ролики выходят каждый день.